каждым днем становится все холоднее. В Сарове уже идет снег, ночью стабильно заморозки. Но вместе с тем синоптики прогнозируют потепление на следующей неделе. Поэтому многие автовладельцы в растерянности и сейчас задаются вопросом, когда необходимо переобуть колеса с летней на зимнюю резину. Ответ на этот вопрос достаточно прост. Нужно ориентироваться на столбик термометра, но не на 0 градусов, соответственно, а оптимальным порогом для смены летней резины на зимнюю считается плюс 5 градусов. Как только температура понижается еще немного, необходимо незамедлительно сменить у нас летние колеса на зимние. Сотрудники ГИБДД советуют всем автомобилистам уже сейчас переобуть автомобиль. В случае морозов с непомененной резиной транспорт использовать не стоит. Летняя резина теряет свою эластичность, дубеет, теряется сцепление с дорогой, и водитель не способен обеспечить эффективное торможение и устойчивость, вследствие чего тормозной путь автомобиля увеличивается. Автовладельцы, которые используют летнюю резину зимой, они становятся опасными не только для себя, но и для окружающих. То есть повышается риск возникновения аварии. А вот всесезонные шины сотрудники ГИБДД не рекомендуют. Этот вид покрышек не оправдывает ожидания. Стоит машине попасть на замерзшую поверхность, управляемость заметно ухудшается. А трогаться с места на скользкой дороге и вовсе становится нереально. Ирина Вышегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.